К опасному сезону готовы. Руководство управления по делам ГУЧС Сургутского района объявило о полной готовности к лесным пожарам. О проделанной ведомством работе и подготовке к лету перед депутатами районной думы отчитался начальник управления Владимир Анискин. Работа по подготовке к пожароопасному сезону началась еще в ноябре прошлого года. Был утвержден план мероприятий, создан оперативный штаб, проведены тренировки среди соответствующих служб. Сейчас идут работы по обустройству пожарных водоемов в Ультьягуне и Локосово, сделан противопожарный разрыв в Барсово. Достигнута договоренность с нефтяниками и газовиками, а также одной из авиакомпаний об оказании помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Увеличена в этом году и штатная численность ДНД. На территории района созданы две общественные добровольные пожарные охраны. Это доброволец 97 человек, который УНАИ 19 человек. Общая численность 116 человек, личный состав добровольных пожарных обучен, застрахован, обеспечено мундирование пожарно-техническим имуществом на 100%. Также решением Думы утверждены меры социальной поддержки для добровольных пожарных.